Утро доброе. Скоро Бахранова подходит. Куда придержим? А? Это эти? Да. Ребята, гости. Нет, вот этих фильмов. Утро доброе. Рыбоохрана вас беспокоит. Подходите. Я так понимаю, вы местный житель, да? Утро доброе. Охрана вас беспокоит. Совместно со Сулили. Катаетесь? Да. Отдыхаем. Вот, чё, пакетик? Вот мы отдыхаем. Пустой пакет? Шуги. Под вами. Нет. Мы только приехали сегодня. Как вы быстро успели? А мы только приехали, мы ночью приехали. О, ни хрена себе. Да тут тоже одни катались все. На удочку здесь можно ловить, правильно? С берега. Да. С берега. Мы кидали вот ночью. Я уже. Мы кидали сегодня ночью, но даже ни один поплавок не дернулся вообще. Хоть посмотрим. Можно же покурим, хоть посмотрим, что есть здесь. Да самое главное, что самое, что вы плаваете. Мы-то вот стоим. Плаваете без удочек и просто гуляете. Мы приехали в 3 часа ночи. Мы приехали, вот я же говорю, кинули. Вот честно вам говорю, клянусь, вообще даже не дернулся. Да нет, ну а клевать-то, ну должно. Когда мы выходим на воду, ничего не клюет. Знаете, есть такая поговорка, весь июль на рыбу клюй. Не меньше 30 сантиметров, поймал, отпустил. А, меньше 30? Больше 30, можешь, меньше, нет. Ага. Знаем, да, что на спиннинг ловить нельзя? Да. Спиннинги уже выложили? Ай? Спиннинги уже выложили. Очков не более 2 штук на одного гражданина с берега. Вот так вот, дословно. Без ограничения по сроку. И ну, с лодки на удочку нельзя ловить? И ни с какого июня, и ни всего остального. У нас без ограничения по сроку. Вырос в Кингисеппе, блин, дожили. Что? Близко у меня видели или что?
как мы долго за вами следили, товарищи. И с камерой даже, с репортерами. А вы так нагло белым днем сидите, не подсветите. Подожди, маленько мы копаем. Не запрещено у нас в России сетями-то пользоваться. Да, там ничего не надо. Сейчас. Что за надость такая, а? Это что такое? Бредим ловит. Документы несите, мальчик. Вот на данный момент, что это было? Государственный инспектор Матвеев Руслан Витальевич. Очень приятно. Вот теперь, пожалуй, не, Руслан Витальевич, зачем такое? Да, теперь вы объясните, что вы сейчас вот делаете. Это что такое? Документы предоставьте, пожалуйста. Сейчас на берег будем. Как вы вышли на водоем без документов? У вас должна быть ксерокопия при себе. Машина. Вот автомобиль. У вас при себе должна быть ксерокопия документов. Вы являетесь нарушителем правил рыболовства. Вы должны иметь при себе. Ну, забыл. Бывает же тогда. Что мы нарушили? Какие мы нарушили? На данном участке реки, да, от Большелуцка до Устья, до Устья, понимаем, да, территориальность, да, разрешена однодонная и поплавочная снасть с количеством крючков не более 2 штук на одного гражданина с берега. Хорошо, мы понимаем. Все, это что не, остальное на данном участке. Мы свое нарушение признаем, вы нам разъясните. Ладно, давайте признаем. Берем, мы достанем эти документы, вы хотите, я вам предоставлю. А моя, я просто предоставлю остальные документы. Для 2 штук до одного гражданина с берега. То есть все, что остальное, это все запрещено. Потому что это река высшей категории, лососевая, и т.х. и д.т. и т.т. и т.т. Поэтому такие у нас. Потому что это река высшей категории.